Добрый день, друзья! Сегодня у нас вообще страшная погода, что здесь творится, я вот сейчас покажу. Я один на пляже, все разбежались, в шоке просто, что происходит. Друзья, все, сезон закончен, в Анапе совершенно, смотрите, никого, о, молния, надеюсь, кадр попала, никого. Просто никого. Ну ладно, двое это кто-то есть, смотрите. Ну и здесь чуть-чуть людей осталось. Вот он гремит. Это виновник того, что происходит. Я сейчас сделал фотосессию уже под мелким дождем. Фотографировал из-под вот этих крыш. Девушка у меня позировала здесь. Фотки просто бомбические получились. Мне очень понравилось. Это штепки осталось, сейчас волну их слижет. Будем надеяться, что волны скоро выкинут квадрик, потому что они появились. Начинается шторм, настоящий ураган. Над Анапой мы видим, что уже светло. Но в дальнейшем я больше чем уверен, что и Анап, что над Анапой уже дождь прошел, не в дальнейшем, а вот уже был. Что-то я заговариваюсь, наверное, я сегодня просто уже подустал. У меня капли дождя попадают на телефон и становится все очень страшно. И вот он, настоящий, реальный шторм, которого не было уже очень много дней. И смотрите сразу, что произошло. Сегодня здесь были водоросли. Кто смотрел утреннее видео, обратил на это внимание. А водичка-то уже почистилась. Все проходит очень быстро. Что-то хочешь сказать? Говорите. Да, вам привет от Василия Васильевича. Помните, вишню ели? Вполне возможно. Это мой дедушка. Дедушка Василий Васильевич, привет. Вот передай, с какого города, представься? Из Ярославля. Тоже из Ярославля. Нормально слышно просто. У нас давно отдыхаете? Тут родилась. Я приезжаю каждое лето. Каждое лето вообще классно. А тут родители или кто остались? Дедушка с бабушкой. Вот вы у них вишню ели весной. Помните? Я понял. Я проходил мимо. На Батарейной. На улице Батарейной. Да. Привет вашему дедушке. Он меня и на вино, по-моему, даже приглашал. Да, да. Привет. Он до сих пор ждет вас. Ему привет, может быть, после осенью забегу. Конечно, забегать. Хорошего отдыха. Также. Вообще отлично. Я вспоминал, думаю, что за вишня. Вспомнил. Ну, такие виды стоят того, чтобы прийти и просто понаблюдать, друзья, потому что море чистое. На море никого нет. И начинается дождь. Сверкает молния. Конечно, это очень опасно, друзья. Не стоит повторять то, что делаю я. Это опасно для жизни. Да что мне терять? Квадрик уже... Ох, еще одна была. Я не знаю, попал. И сразу раскат. Надо вот так снимать, а вдруг попадет еще одна. Это на самом деле просто. Я в эпицентре, вы понимаете? В эпицентре самого такого активного действия этого шторма. Наверное, все-таки самое жерло его находится там в море. Люди купаются, ничего не боятся, им вообще совершенно не страшно, что происходит. И вот что я говорил по поводу отдыхающих, как бы, вот вроде бы погода, говорю, ну вы отменяете, то есть вроде дождик, страшно все. Говорит, нет, мы будем фотографироваться. Ну, вроде все получилось. Вот он с каждой секундой становится все сильнее. Я надеюсь, погодное видео сегодня успею отснять. Под дождем температура воздуха в Анапе составляет 26,3 градуса. То есть, в принципе, тепло. Водичка волшебная, теплейшая. Особенно на контрасте такой температуры купаться в море очень-очень-очень прекрасно, но на самом деле очень и опасно. Не повторяйте того, что делают эти люди. Сидите на бережку, и то, что вот этот мужчина, он уже все нет, пошел плавки стирать, значит, все нормально, он уже накупался. Но здесь папа привел дочку, говорит, смотри, будешь себя плохо вести, в море утоплю. Говорит, не топи меня, папа, я буду хорошая девочка, вот у меня уже и самолет купил. Он говорит, нет, доченька. Вот плохо себя вела, какая-то история про муму. Так, ну что, я вам сегодня предлагаю немножко поближе к берегу насладиться красотой волн. Опять где-то молния сверкает, но в этот раз я их не видел. Дождь усиливается. 3 минутки расслабона и релакса, и я буду бежать отсюда со всех ног. Хочется просто вам рассказать и про температуру воды, но и в то же время не хочется сильно намокнуть. Я замолк, наслаждайтесь. Я забыл сказать спасибо, друзья, тем, кто уже помогает, там переводит денежку, поддерживает канал на квадрик. Спасибо огромное. Наверное, все-таки придется мутить опять квадрокоптер. Боюсь, не боюсь, делать нечего, придется. Буду еще пытаться DJI напрягать, а вдруг, ну, я думаю, вряд ли. Я не настолько верующий в чудеса. Так, я хотел присесть и забыл, что температуру воды мерил. Все, я замолк.
Ну, вот такая, собственно, красота происходит у нас. Я приглашаю вас, тех, кто еще остался в живых у нас на фотосессии. Желаю всем ваши города, чтобы не было у вас беды и дождя, чтобы все было хорошо, как всегда, прекрасно. Чтобы вас всегда вот окружали самые теплые, добрые люди, вот как у меня получается сейчас в моей жизни. Я хочу всем выразить огромную благодарность. Даже под дождем с вами гораздо теплее и гораздо круче, чем если бы я был бы один сам себе режиссер в своих фильмах. Ну и море дарит, надеюсь, и вам, братка, позитив, который вы передаете мне. Сегодня у меня все-таки Дмитрий Малахов-то сфотографировался. Фотки огонь, фотки никому не покажу. Димка держит инкогнито. И вот он, супер-мега-ливень. Он начался. Надо, наверное, убегать. И так не хочется с вами расставаться. Хочется разговаривать. С вами был сегодня Юрий Озаровский. Всем хорошего настроения, побольше симпатии. Распространяйте вокруг себя, улыбайтесь другим людям. И тогда у вас все будет получаться лучше всех. Ну, а я с вами прощаюсь до сегодняшнего вечера. Надеюсь, что закат сегодня все-таки будет. И все будет круто. Звук просто волшебный. Шелестение капелек. Надеюсь, что телефон не сгинет, как квадрик. Опять молнию пропустила. Что ж такое? Сейчас в конце постою несколько минут, подожду, а вдруг поймаю молнию. Может быть чудеснее, чем дождик над морем. И выглядит вообще волшебно. Все, сезон закончен. Можно так фотку сделать, что все, людей нет. Пляжи пустые. Мужчина вышла в тему. Вот так вот. Что нам дождь, что нам зной? Ладно, побежал, я не буду мокнуть. Опять была где-то молния, но где-то она надо мной уже, выше, не над морем.